Торжественное собрание, посвященное 75-летию управления магистральных нефтегазопроводов, прошло в актовом зале обособленного подразделения управления добычей нефти и газа общества «Роснефть-Сахалинмурнефтегаз». Также сегодня здесь подвели итоги года общества в целом и наградили лучших работников. Нам удалось, как говорится, запустить в работу объект, который являлся долгостроем. Это энергокомплекс месторождения Катанги. Значит, плюс ко всему к этому в периметре того же цеха добычи Катангли, Набель, Углекуты, значит, ну, будем говорить, полномасштабный проект по строительству скважин на месторождение Углекуты с учетом дальнейшего проведения парозакачки. Вот. Ну и одно из событий производственного характера по Ахинскому району – это запуск месторождения Лебединское в трубопровод. На сегодняшний день, даже с учетом оставшейся недели работы по итогам 2017 года, у нас показатель по добыче нефти составляет порядка 1 200 000 тонн. Это плюс 3% к плану. И по добыче природного попутного газа это порядка 400 миллионов кубометров газа. Плюс 14% к плану. Но повторяю, это уже итоги, будем говорить, на сегодняшний день. То есть еще неделю работы мы план по сути выполнили. О чем это говорит? Это говорит о том, что будет все, как говорится, вовремя и в срок, и в полном объеме, в части 13-й зарплаты, ну и всех существующих преференций, социальных льгот, которые, ну будем говорить, предусмотрены в коллективном договоре. За высокие достижения в профессиональной деятельности четырем специалистам присвоено звание «Лучший работник общества «Роснефть-Сахалинмурнефтегаз» 2017 года. Но главным поводом собрания стал юбилей управления магистральных нефтегазопроводов. Уже 75 лет управление занимается транспортировкой углеводородов на материк. А начиналась история предприятия в 1928 году с небольшого товарного подотдела, входящего в состав отдела снабжения и продаж треста «Сахалиннефть». Сегодня обособленное подразделение управления магистральных нефтегазопроводов – одно из самых значимых предприятий, входящих в структуру общества. Три четверти века назад в жизни производственного коллектива «Сахалиннефть» произошло значительное событие. Заработал нефтепровод «Сахалин-Материк». Значит, его строительство выпало на самые трудные годы начала войны, несмотря на суровые климатические условия. Значит, благодаря нашим ветеранам, значит, была решена задача доставки добываемой сахалинскими нефтяниками нефти для ее переработки. Примите поздравления и пожелания всем работникам управления магистральных нефтегазопроводов. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и процветания и новых успехов в жизни и труде. Обособленное подразделение управления магистральных нефтегазопроводов обслуживает нефтегазораспределительные узлы и линии, контролирует работу сотен километров магистралей. Руководство предприятия стремится к совершенствованию профессиональной подготовки коллектива, изучению нового и передового опыта родственных организаций. Благодаря трубопроводом нефть поступает на материк, а дальше на КНПЗ, но не без участия добычи нефти и не без участия энергонефти, у которой энергетика. Поэтому я поздравляю всех работников Сахалинмурнефтегаза, ну и работников УМНГ с 75-летием. Желаю самое главное здоровья, успехов в работе. За высокие производственные показатели ряд работников управления магистральных нефтегазопроводов наградили почетной грамотой общества «Роснефть-Сахалинмурнефтегаз». Ведь именно от эффективной работы управления зависит бесперебойная доставка островных углеводородов потребителям. Я хочу подчеркнуть, что 75 лет – это очень много. И вы знаете, сколько за эти годы перекачано нефти на материковую часть для благосостояния, в том числе и людей, которые живут во всей нашей стране. Поэтому искренне поздравления, крепкого здоровья. И напоминаю, что еще сегодня еще праздник энергетиков, поэтому присутствующих энергетиков еще с этим праздником. Поэтому добра вам и всего самого наилучшего. Управление живет и долгих лет вам жизни, чтобы меньше рвались ваши трубопроводы, вам и вашим семьям. Счастья и благополучия. С юбилеем вас! Энергетиков поздравляю с Днем энергетики. Спасибо вам за тяжелый труд в условиях Северо-Сахалина. Поздравляю лучших работников нашего общества. Желаю вам не снижать показателей. К
Коллектив управления магистральных нефтегазопроводов всегда отличался стабильностью кадров. Здесь немало заслуженных работников, ветеранов труда, которые внесли большой вклад в развитие предприятия. От всей души поздравляю вас с юбилеем, 75-летием магистрального нефтепровода. Желаю вам здоровья, любви, благополучия, успехов в вашем тяжелом труде, нашему предприятию процветать, стабильности и еще не один год работать без отказов и травматизма. 75-летний юбилей – значимое событие для работников обособленного подразделения управления магистральных нефтегазопроводов. Но впереди предприятия ждут еще долгие годы работы на благо страны.